Во время сноса судоремонтного завода на Приморской улице обнажилась дореволюционная надпись. На торце дома 49 видны буквы «Ценбах» и символ «Звезда пивоваров». По словам краеведов, на стене упоминается реклама завода одесского предпринимателя, общественного деятеля и благотворителя Вильгельма Санценбахера. Это реклама Санценбахера. Дело в том, что завод первоначально он изготавливал, его продукция была для паровых мельниц, для сахарных заводов, для пивоварен. И поэтому вполне нету ничего необычного, что вот пивоварни Санценбахера, вот они здесь представлены вот в качестве рекламы. Кроме этого, на здании Новороссийского механического и чугунолитейного завода расположилась уникальная копия барельефа 20 века. Разработал бельгийский скульптор Константин Менье для памятника труду. Памятник труду при жизни скульптора так и не был создан полностью, поэтому его заканчивали уже другие скульпторы. В 1930 году этот памятник был установлен на площади в Брюсселе. И вот по какой-то причине копия вот этого барельефа «Индустрия», которая называется, она попала на ворота завода «Белина Фендерик». Как там появился уникальный барельеф, до сих пор остается загадкой для краеведов.